Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 175 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед и только одно поражение. Его стиль – ММА из города Бишкек, Кыргызстан. Ибрагим Тарамадов. Ему 21 год, росту 79 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 2 победы и только одно поражение. Его стиль – ушу-санда из города Хасавюрт, Дагестан, Рамзан Калимов. Рефери в октагоне Ашот Ашукян. Еще раз посмотрим на статистику бойцов. В целом данные сходные, за исключением боевого опыта. И давайте смотреть. Первый раунд. Интересно, в широкой стойке действует Рамзан Каримов. Начинает сразу поддавливать Тарамаматов. Вышел на ближнюю дистанцию. Очень легко его Рамазан развернул. Активная борьба у сетки. Пытается блокировать бедра своего оппонента Ибрагим, накладывая голень. Боковой хороший. Опять коленом пытается пробить Рамазан сейчас. И снова такая же попытка заблокировать стороны Ибрагима. Нет, не проходит пока удара. Ну вот, здорово защищался и на выходе еще и левым боковым ответил Каримов. Пытается перехватить инициативу Ибрагим. Пока не очень получается. Чувствительный лоу-кик по икроножной мышце. Достаточно популярным этот удар стал в последние два года. Ну и нельзя сказать, что он неэффективный. Фронт-кик, но он приостановлен. И опять сюда. Да, неплохо. Да, вот так просто за счет движения Ибрагим позицию не выиграет. Нужно выбрасывать удары, как минимум. Ну и заряжен очень Рамзан Каримов. И видно, что этот лоу-кик был очень болезненным. Фронт-кик блокируется. О, классный удар с разворота. Кстати, вот последний подряд несколько боев, сколько мы этих ударов с разворота видим. Да, ребята как-то прямо увлекаются. Да, вот у Хусейна Хатуева он прошел здорово, и вот все как будто бы подглядели. На самом деле сейчас Каримову стоило бы еще один лоу-кик по левой ноге пробить, потому что там есть повреждение, бэк-фист чуть не подловил. На нем и Тарамаматов. И борьба. Ну так по статистике поединков Ибрагим хорошо борется. Но не факт, что здесь получится. А вижу, да, красивый удар с разворота нанес все-таки Зелимхан, который писал. Я прошу прощения. Ну, я надеюсь, вы понимаете, все-таки 19-й бой. О, хорошие лоу-кики. Еще один. Еще один лоу-кик. Вот как раз-таки вот поврежденное место, а здесь как будто бы сильный такой вот пас на ход делал.
щечкой пробил Каримов. Ну и вот эти удары-то, они достаточно эффективные, надо отметить. Вот. Жестко голенью прямо врубился в бедро своего соперника. Еще один раз. Еще пару ударов вот, голенью как раз вот туда. А потом еще позволить встать и посмотреть, насколько это все эффективно. Это тоже определенный риск. Ну, уже слишком пассивно. Это примерно так могло продолжаться до бесконечности. Продолжает эту самую ногу обрабатывать Каримов. Но она уже практически вся красная, надо отметить, у Ибрагима. Ну, до всех сил не дает, не подает виду, что травмирована она. Значит, пока что все более-менее в порядке у Травоматова. И пока все. Смотрим далее, второй раунд. Я думаю, что Мазан будет продолжать начатую работу в предыдущем раунде, отбивать ближнюю ногу своего соперника. И да, такой силовой удар выбрасывал Ибрагим, но лишь скользнул пальцами по корпусу Рамазана. Продолжает поддавливать Рамазан. Еще хороший удар, да. Но рано или поздно он даст о себе знать. Да, потому что лоу-кик — это достаточно коварный удар. Можешь пропускать. Вроде, ну да, неприятно, но ничего критичного. А потом какой-нибудь один бах, и все, и нога отключается. Ну и во избежание этого все-таки переводит соперника Травоматов. Вот надолго ли пытается подняться, немного рисковал и сам уже выходит в атакующую позицию, но попадается на попытку приема. Ну, здесь ноги не заправлены и тяжело будет все-таки удушающий из этой позиции провести, поэтому в итоге позицию теряет Травоматов в боковом контроле. Рамзан Каримов, и это очень-очень серьезно. Ну, Травоматов здорово поднимается. Ну, странно, да, видеть, что... Что представитель Кыргызстана вот так легко поднимается из борьбы и сам идет в борьбу в противостоянии с дагестанцем. Да, и теперь вот, судя по всему, хорошо завел руку как раз на прием Рамазан. Правда, с этого ракурса не очень видно вторая, насколько плотно приклад. Здесь пока больше защищается Рамзан.
Теперь пытается вытянуть руку, вернулся в стойку. Я прямо, честно сказать, сразу ждал лоу-кика. На хорошую дистанцию он находился. Хороший еще один лоу-кик, да. Все-таки он случился. И еще добавляет. Вот Равамату. Пойду что. Он продолжает поддавливать. Хоть ему и больно, он не дает, по крайней мере, об этом знать. И правый кросс. Это в грудь он попал. Еще лоу-кик. Легкий джеб, отвлекающий стороны Рамазана. И попытка побороться в очередной раз от Травмамата. Он не позволяет сейчас себя уронить. Карину. Поднимается снова по сетке Рамазан Каримов. Вот попробовал коленом, да, ответит. Нехороший удар, еще добавляет. И здесь все-таки есть тайкдаун в концовке. И как раз Каримов этот самый тайкдаун проводит. О, вот какой прием. И полностью обездвиженная левая рука Травмаматова. Да, и пытается как раз именно удушение через руку сейчас оформить, но разрывается захват. И времени уже практически не остается на реализацию каких-либо технических действий. Да, тяжело было в полной мере корпус еще задействовать Таримову, поэтому и не удалось довести до конца этот прием. Ну что ж, тем не менее, очень интересный второй раунд мы смотрели, и нас ждет еще одна пятиминутка. Заключительный раунд этого противостояния Ибрагим Травмаматов и Рамазан Каримов. Да, и Травмаматов подавит, а Каримов снова лоу-кик включает. По передней ноге все эти удары. Хороший джеб. Хорошо подловил на плечи. Да, очень плотный, но Травмаматов бросается в ноги. На подъеме пропускает еще с левой. Размашистый в стиле Федора удар. Оверхенд попробовал нанести Ибрагим Травмаматов. И вот сейчас цепляет еще, да, подбородок. Еще добавляет классный удар. Каримов
давит, и вот с разворота еще правый кросс от Рамаматова. Ну все мимо цели есть, ну а лоу-кики доходят до этой самой цели у Каримова. Хороший. Да, причем сейчас молодец, правильно Рамазан действует не одиночными ударами. Он как раз выбрасывает 2-3 за единицу времени. Правда, пропустил вот этот проход, но ничего дальше Ибрагиму сделать не дал. Да, вот это классическая защита от парохода в заругольной борьбе. Хорошо действует. Да, причем еще успевает пообщаться Рамазан со своим углом. И соперника заблокировал. И советы послушал ответа уже. По перкотам. И еще один лоу-кик от Рамазана. Ощущение, что подвыдохся от Рамаматов. И проходы не получаются у него, и удары мимо цели летят очень часто. А вот здесь в одну ногу и опять классическая защита, она наиболее эффективная получается в этом бою у Рамазана Каримова. Ну и благо у него для этого есть пространство, чтобы просто вот так вот ноги назад откинуть. Да, так и не получилось Ибрагиму зажать соперника ближе к сетке и там пробовать уже проводить свои приемы. И чуть меньше 2 минут у нас остается до завершения поединка. Очень напряженного и непростого поединка. Хорошо по корпусу на подъеме. Еще один лоу-кик. Каримову смысла сейчас нет лезть туда. А, ну так вот просто разбивать соперника потихонечку. Ждать, может быть, момента, когда рефери поднимет обратно в стойку. Но параллельно еще, да, вот так вот беспокоить ударами регулярно. Еще один лоу-кик хороший. Может быть, обозначение удара коленом в прыжке, но в свою очередь Ибрагимов провел, но не попал. Ой. Получилось хорошо со смещением. Да, очень классный удар, и он вроде бы дошел до цели, но здорово. Каримов держит этот удар. И здесь хорошо защищался. И то, чего, наверное, меньше всего Рамаматов ждал. Проход навстречу. Ну и все, и просто такое ощущение, что заблокировал соперника в ожидании того, когда прозвучит финальная сирена. И вот так это и происходит. Красного угла Рамзан Каримов!
решение. Рамзан Каримов поддерживает победу единогласным решением судей. И надо сказать, что это было довольно напряженное противостояние.